вещам своим ящичек запирали. Ух ты, мамочка моя. Это точно НЛО. Так слушай, он же, если упадет, целый останется, да? Ну, в квартире, да. А тут не знаю. Нет, я так понимаю, что только бетонная стена может его остановить. А это же что? Ты чего это сделано? Это все пенопласт. А, ну понятно. Так а в чем же дело-то? Что-то неужели? Второй раз открываю. А! Приемыш-то какой стоит? Спектрумовский? Ага, сейчас покажу приемы. Что, своя аппаратура еще скажи, что ли? Нормально! Для него нужен переходник, чтобы... Слушай, апа хорошая, хорошая апа. Вообще классная. Ни джойстиков, ничего себе, прям здорово. Да не, на самом деле надо джойстик взять. В смысле, к нему уже заказан переходник, чтобы обычный приемник. Так он только объемный, наверное, да? Так-то килограмма 2-2,5, наверное. Этот вообще грамм 400 весит. Да? Нет, я в упаковке имею в виду. Так-то может, да? Опа, блин. Нифига на экране. Можешь стульчик взять. У меня стульчик есть. Вот же тебе охота его было и самой пиндосией тащить. Да. Я вначале не подумал, честно говоря, об этом. А как она прицепилась-то, я не понял. В смысле? Вот эти ободки. Магнитики, что ли? Там магнит. Ну все, FPV. О, уже прям камера стоит. Да. Так слушай, а сколько он стоит-то? Долларов 200? 300. А вон какая-то фигня. Ну, не, он против... не очень. Ты просто планшетником управляешь, да? Направлением. Ну, можно так, можно на самом деле. Это ты так его болтаешь? Не, его ветром сносит. Это ветром так? Да. Он как бы, тем более в таком корпусе для ветра не очень. Он пытается сопротивляться и это самое.